Привет, друзья! Ставьте на паузу и подписывайтесь на мой канал, я буду вам очень благодарна. Родители опознали. Вскрыта правда о Владе Бахове. Россияне не сдерживают слез. Сегодня СМИ сообщили, что в лесу, где проходила злополучная вечеринка с участием 13 подростков, нашли предположительный труп Влада Бахова. Школьник пропал еще в апреле, но родственники надеялись, что смогут найти его живым. Появилась новая информация по резонансному делу 16-летнего Влада Бахова. Оказалось, что обувь на трупе, найденном на месте вечеринки, принадлежит Владу. Об этом сообщила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Напомним, что тело погибшего обнаружили в Демидовском лесу Смоленской области. Останки находились в 1,5 километрах от локации тусовки, прошедшей еще в апреле. Отмечали день рождения одного из знакомых Бахова. На вечеринке было еще 12 подростков, уверяющих, что не знают, куда мог пропасть их товарищ. Некоторые подозревали, что Влад попросту мог сбежать из дома. По словам друзей, он действительно иногда мог уходить, не предупредив семью. Кроме того, накануне инцидента у него произошел конфликт с матерью из-за неуспеваемости в школе. Также появилась версия и о гибели подростка. По разным причинам – убийство или несчастный случай. Ведь все участники вечеринки признаются, что пили алкоголь в больших количествах. Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями. Пишите ваши комментарии, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе самых последних и актуальных новостей.